Приветствую всех рыболов, с вами канал Бывалый Рыбак. Сегодня вышли на открытие поплавочной рыбалки, поплавочную снасть. Вот, ну такое ветрюганище, холодно. Посмотрим, что у нас получится. Вот я выбрал более-менее комфортное для рыбалки место. Здесь волна немножко поменьше, вот, и не так ветер дует. Ушли все-таки мы с затончика. Здесь более глубокие места. Будем пробовать. Сделал заброс на одну удочку, наживил опарыша, на вторую мотыль. Вот. Бешеная, конечно, волна, но будем ждать поклевку. Я думаю, что хоть какая-то плотвичка сегодня нас порадует. Рыбалка — это всегда отдых на природе. Вот самый трудоемкий, наверное, способ расслабиться. Вот. Ну и, конечно, поиск как трофейной рыбы, так и мест ловли. Вот и мы сменили место, вернулись назад в затон. Здесь от рыбаки видно, сидят, что-то ловят. Вот, ну и мы попробуем здесь потише, не такой ветер, нету волны. Вот, и приготовим сейчас прикормку. Вот прикормка у нас уже была заготовленная, значит, как я ее готовил, можете посмотреть, перейдя по ссылочке. Сейчас у вас появится вверху. Вот. Единственное, что я добавил на рыбалке, так как большая волна, добавил сюда грунт. Вот перемешал. И теперь будем формировать шары и будем забрасывать. Значит, буду использовать опарыш и мотыль. Опарыш у меня двух видов. Один покрашенный, красный, один обычный. Вот мы сделали заброс. Какая-то вялая поклевочка одна была. И сейчас мы прикормим наше место. Значит, я сделал такие вот шарики небольшие. Сначала закормим 3-4 шарика кинем, а потом будем подбрасывать по мере, как бы, клево смотреть. Начнем. О, сразу поплавок попал. Вот сейчас я возле берега брошу немножко прикормки. Посмотрим, как она работает, как она пылит вообще в воде. Вот, я думаю, видно. Начинает понемножку размываться. Вот идет.
идет такая вот облачко такое. По мере того, как она распадается, идет облако, которое приманивает рыбу. Вот, ну будем ждать поклевку. За все время рыбалки было поймано две уклейки, которые легко поместятся в спичечный коробок. Вот, в принципе, отдых на природе удался. Рыбалку будем ждать потепления. Спасибо за внимание. Встретимся на рыбалке. Всем пока.